Within Temptation. Вот это будет красивое. Вот Within Temptation я люблю. Немножко отдохнем от хуйни и послушаем клевую группу. Ой, какой видеоряд интересный. Не, вот нейроклипы эти мне совершенно не нравятся. Они какие-то очень пока в зайчаточном состоянии находятся, и пока, очевидно, технология не настолько развита, чтобы вот так делать клипы. Мне не нравится. Лучше бы слайд-шоу из кадров сделали, чем пытались из этого сделать типа видео. Это прям дискомфортно смотреть. Прям хочется свернуть окно и просто слушать. Да, без видео это было бы определенно лучше. Я вот не понимаю, это то ли сраная нейросеть, то ли это то говнище, которое мы слушали до этого, но я даже не кайфую от трека. Хотя я люблю Within Temptation. Мне прям даже обидно, потому что я настроил-то, что я сейчас кайфану, и я не кайфую. Во-первых, мозгу прям преодолевать приходится картинку. Во-вторых, ну и трек не работает так, как вообще мог бы. Ну и трек на самом деле такой... По меркам группы посредственно. We'll be right back.
понятно, что хотели сказать. То есть посыл-то считывается, но исполнение говна. Прям исполнение говна. Реально, это просто гораздо лучше было бы без клипа смотреть. Ну и песня, на самом деле, проходная. Именно как песня. Как набор музыкальной информации, она неинтересная. Что-то какая-то пятница сегодня, чувствуете, да? Разочарование сплошное. Вот последняя часть трека самая бодрая, пожалуй. Вот к концу он разгоняется до каких-то бодрых значений, прям хорошо слушается. А к середине тебе хочется выключить, потому что он очень однообразный, очень монотонный, очень скучный.